приехали в район торговых центров, чтобы немножечко купить всяческой одежки. Потом у нас не будет времени на это, и сегодня свободный день, мы адаптируемся к местному времени, климату, и вот такой район рынков, можно так сказать. Выглядит как торговый центр, но на самом деле внутри такой трэш, и это больше похоже на рынки. Видите, здесь в основном только местные жители и оптовая торговля. Но продают и в розницу, и цены хорошие. И, в общем-то, найти можно все, что угодно. Тимбудаун. Это поместье художника Ван Итина, очень известного в 20 веке. И в этом поместье даже бывал Альберт Эйнштейн. Ну, ему не понравилось. Вот такие дела. Ой, дурианом пахнет. Кот три фруктовые овощные лавки. Сторожевой кот. Но когда империя уже совсем разваливалась, и формировали всю систему... Нет, сейчас вспомнишь. Поле же уже не было. Да. Здесь было какое-то время. Просто какое-то учебное заведение, а, собственно... Да? Тегони? Да. В обычные дни здесь просто храм Конфуция, пустая площадь, тишина. Иногда играют на музыкальных инструментах, но сегодня воскресная книжная ярмарка. Обязательно купить мисочку для воды, для еды, кормить его, наверное, пушком каким-то чесать пузико. Квартал международного сеттельмента. Здесь жили англичане, американцы, да, и мы идем на набережную Бунт. Консульство наше российское. Набережная Бунт. Одно из самых посещаемых мест Шанхая. Именно с набережной видно район небоскребов Кудун. Он находится на другом берегу реки Хуанху. Такой вот невероятный вид. У нас экскурсия идет все это время. Аня рассказывает нам историю Шанхая, историю Китая. Это очень интересно и познавательно.
Нет, так мы сами доедем. После чего вы пересядете, проедете одну станцию вот сюда, да, Лу Диабан. И одну станцию.